сетку ставят от камнепада. Прикольно, безопасно. На дорогах камни не падают. Выглядит, конечно, так себе, но безопасность. Экологи в шоке. Ну вот эта сетка, ее давно тут ставили. Стоит она. Она вот так выглядит. На дороге. Ну вот сюда я приехал. Вон там море, но его не видно. Вот гора. У него высота 2900. Мы находимся на 1400, то есть 1,5 километра вверх. Так книжки говорят. Хочу в акру попробовать спуститься быстро. Но что-то у меня сомнения, потому что я на 2,4 управления. Коптер, если ровно летит, то нормально. А если начинает вращаться, то что-то где-то теряется. Ну, посмотрим, как эксперимент удастся. Фу, половина дороги прошел. Как говорится, искусство требует жертв. А лучшее из искусств — это кино. Thank you.
Пришлось дезармить, я сломал антенну. Слышал этих самых орлов над собой. Да, в очках не выйдешь. Тест 2.4L, как он называется? LMVR от Фриски. От Фриска приемник. Сначала у меня антенны были две прямо. Я поднялся вон туда, но стоило мне повернуться. Что-то затеняло, или я за скалу залетел. Я так и не понял. Короче, я поймал фалсейф, он начал высоту набирать. Слава богу, было не за горой, а то он полетел прямо. И врезался вон в ту скалу. Потом я наскоряк. Принтера, конечно, с собой нету. Наскоряк антенну одну поставил в горизонт, другую вертикально. Чуть лучше, но опять же в какой-то позиции сигнал падает. Вообще я на этом приемнике летал на 15 километров на Z-ке, на крыле. И еще он должен был лететь. Просто меня видео дальше не пустило. А коптер, если прямо лететь, нудно, прямо, вот так, сигнал всегда стабильный. Ну, стоит что-то ему, причем он стабильный, и в ту сторону, и обратно, ну, надо постоянно лететь прямо, дотошно, нудно, неинтересно. Короче, вывод такой, что надо сюда ставить 868 приемыш, даже тот же самый от Frisky. У меня есть, его надо поставить, у меня антенн только нету. Я перебила провод. Надо заказать антенну как-нибудь. И сюда ставить 868, потому что это не дело. Приемник хороший, но он для прямых полетов. Стоит чуть-чуть угол поменять, сразу падает, фалсейф уходит. И возврат. Сегодня я 3 раза фалсейф ловил. Вот такая вот канитель. Ну чё. В принципе, я доволен, потому что другого 2.4 ожидать и не стоит. Тем более, тут отражается от всего подряд. Я хотел вон там сходит снег, лавина, я хотел там пролететь шустро в туннеле, но вот как раз там где-то у меня что-то отражалось и брал. Не знаю, посмотрим. Или пишите в комментах, может, кто получше по позицию придумает этим антеннам. А вообще я грешу, что у меня только одна антенна работает. Потому что приемник этот старый, мы уже... Он сначала был на Фантоме, потом перекочевал на Z-ку, теперь вот на этот. Возможно, приемник старый и провод, надо посмотреть провода. Может, вообще одна антенна только работает. Вот такая вот беда. Будем думать. А что тут думать? Надо переходить на 868 частоту. Блин, я не туда вышел. Но вниз не вверх. Надо было вон где коровы. Вот я упал. Ладно, пойдем вниз.